1 июня во всем мире отмечается День защиты детей. В этом году Казанский федеральный университет устроит мероприятие в онлайн-формате. Большая программа, в которую входят мастер-классы и конкурсы, начнется завтра, 30 мая. Уже завтра для детей, сотрудников, преподавателей, обучающихся, их внуков и племянников состоится мастер-класс «Сочиняем сказку вместе» на платформе Zoom. Детишки от 7 до 14 лет смогут сочинить сказку вместе с нашим центром, вместе с нашими психологами. 1 июня с 9:30 до 21:00 в течение всего дня каждые полчаса будут проходить какие-то интерактивы на разных площадках, начиная от Zoom, от Microsoft Teams до площадок в ВКонтакте и в Инстаграм. Все самые активные в некоторых из мероприятий, которые будут проходить онлайн, детишки потом, когда у нас режим войдет в норму, мы их стараемся тоже какими-то небольшими призами наградить, например, викторину. Для того, чтобы стать частью празднования, необходимо пройти предварительную регистрацию и указать свою почту, куда в день проведения праздника придет письмо-приглашение. Лилия Талипова, Универньюз.